все еще как бы ого-го, да, ребята? Просто не о них больше говорю, чем о красоте. Как такую красоту вообще можно рассудить? Ну это ж устанешь считать баллы, да, смотреть ого-го, да, все, отлично. Я добавлю жюри туда, если можно. Вот, ну придется нам смириться с неизбежным. Пока девочки ушли переоблачаться в более официальные образы, наша судейская комиссия приступает к подсчету баллов. Давайте пожелаем им удачи. И мы хотим напомнить, что каждый член жюри, каждая участница за каждый выход выставлял свои оценки по 10-бальной шкале, где 10 – это вау, полный отпад, на аплодисменте не было картину, сейчас умру от восторга, а 1 – это ну, я надеюсь, что рука у вас не поднимется поставить меньше 9. И пока наши судьи погрузились в таинственный мир цифр и беседы с собственной совестью, давайте еще немножечко поговорим о наших партнерах, которые сегодня предоставляют небольшие презенты, подарки, сертификаты нашим девчонкам, всем участницам. Косметологи Клаб – место красоты и релакса. Приходя к нам, вы становитесь красивее и счастливее. Мы специализируемся на косметологии и коррекции фигуры. Только за 2021 год мы сделали более 2000 процедур для коррекции тела девушек и женщин Бердянска. Наши партнеры Косметологи Клаб гостеприимно встретили наших девочек. На протяжении месяца участницы конкурса посещали уютную студию и делали вакуумно-роликовый массаж. Отзывы самые восторженные. Студия My Beauty Анастасии Прохоренко. Настя – профессиональный визажист и брау-мастер, который дарит людям красоту и занимается делом всей своей жизни. Анастасия постоянно совершенствуется. С каждым клиентом работает индивидуально и до полной реализации задуманного. В студии My Beauty используется высококачественная гипоаллергенная косметика и профессиональные инструменты. Студия красоты на Топе. Ее основателя Наталья Фисценко, визажиста, стилиста, который является нашим партнером уже не первый год. Наталья более 15 лет украшает женщин и девушек. Она одна из первых начала делать перманентный макияж и тату на лице. Именно здесь вы найдете свои идеальные брови, губы, стрелочки. В студии на Топе вы найдете огромный спектр услуг, в том числе и качественное удаление старых татуировок. Салон красоты Mane School and Studio. Студия торжественно открывается в январе по адресу Итальянская, 72А. Ждем всех, кто заботится о своей красоте и здоровье. Спектр услуг включает перманентный макияж, услуги ногтевого сервиса, процедуры по уходу за волосами, кератин и ботокс, прически, массаж и другие услуги. Это территория, где вы точно найдете что-то свое, станете лучше и увереннее в себе. Студия красоты Cosmo Art. Cosmo Art – это основной бренд уже огромного холдинга. Это студия красоты, магазин профессиональной косметики и материалов, школа мастеров бьюти-индустрии. Студия красоты – это огромный спектр услуг от парикмахеров до стилистов-бровистов. Это стопроцентная стерильность, подтвержденная ревизором и сервис высокого уровня. Ждем вас по адресу проспект Победы, 31. Lemoire Cosmetics – это бренд эко-косметики от бьюти-эксперта Лизы Жигулы. Мы берем у природы только лучшее. Наша косметика – это не просто производство косметических продуктов. Это философия здоровья и ухода за кожей и телом в целом. В состав косметики входит только эко-сырье от лучших поставщиков. Вся косметика создается на основе натуральных масел, гидролатов, экстрактов, активных комплексов, только биоразлагаемых фаур и зеленых консервантов. На нашей странице Lemoire Cosmetics мы регулярно проводим эфиры и марафоны красоты. Все самое лучшее для вашей молодости и красоты в каждой капле Lemoire. Студия лазерной эпиляции «Валерия». Все будет гладко. Это не просто лозунг, а миссия Валерии. Цель ее деятельности состоит в том, чтобы избавить всех желающих от нежелательных волос. А главное в этой задаче, что под силу не всем сделать это максимально комфортно и безболезненно. Makeup and
Прохорова. Прохорова Екатерина, визажист и бровист. Многие девушки хотят научиться красиво краситься, но Катиной мечтой было научиться с помощью макияжа делать красивыми всех женщин. И она решилась пойти за своей мечтой. Более 2 лет Екатерина работает визажистом и занимается также оформлением бровей. Постоянно повышает свою квалификацию и имеет в своем арсенале сертификаты от топ-мастеров Украины. Она уверена, что ее профессия не только про внешний вид. Макияж делает девушек увереннее, счастливее, помогает посмотреть на себя по-другому. Кстати, макияж сегодня мой, именно от Кати Прохоровой. Надеюсь, вам нравится. Катя, тебе привет. Данионич, Beauty Shop. Это магазин уходовой и декоративной косметики корейской косметики, средств для ухода за волосами здесь. Студия Freestyle. Студия красоты Freestyle – это огромный спектр услуг и процедур. Здесь вы можете сделать пирсинг любой сложности, роскошную прическу, укладку волос, коррекцию, покраску бровей, процедуру шугаринга. В студии уютная атмосфера, стерильные инструменты ждут вас с распростертыми объятиями. Мастера студии Freestyle. Ну что, друзья, совсем скоро мы услышим 9 имен тех, кому удалось пройти дальше. И поблагодарим от всего сердца 5 участниц, которые, к сожалению, не смогут продолжить борьбу за главный приз от генерального спонсора места событий «Сопрано» и роскошную корону ручной работы. Традиционно это творение нашего легендарного кузнеца Александра Шапошника и мастерицы Виктории Маджаровой. А пока встречайте очаровательных девчонок. Растет, растет достойная смена и конкуренция участницам Мисс Бердянск. Встречайте квартет